Привет-привет, друзья! Вы вновь на канале Crystal Discus, и вы можете во время просмотра подписаться на мой канал. Друзья мои, хочу вот на ваших глазах провести небольшой эксперимент. Хочу испытать свою, так скажем, намазку на искусственную мамку. Насколько она вкусная и насколько она, так скажем, привлекательна для рыб, для малька. Возможно ли обмануть природу, мать? Вот сейчас ставлю намазанную мамку. И ради интереса мы посмотрим, что малек выберет. Уберем свет немножко яркий. Видимо, боятся рыбки. Ну, отойдем немного от них и через буквально минуту подойдем. Так, ну вот, прошла минута, и смотрим, что же у нас произошло за это время. Мы видим, мнение наших ребятишек разошлось. Вот вам еще какой-то период времени прошел. Ребятишки с папки запрыгнули на мамку, на родную мамку. И половина на мачехе, так скажем. Но мачеха уже пустая. Обратите внимание. Мураши объели всю мазилку. Бедные родители стоят, не могут понять, в чем же дело. Почему вдруг они выбрали искусственную мамку, а не их. Ну, с другой стороны, думают, ну и хорошо, нас никто не кусает. Вот вам и доказательство, что природу, матушку, можно немножко и обмануть. Ну, не обмануть, конечно, так, а как-то уравняться, потому что в мазилке присутствуют ингредиенты, близкие к родительской слизи, максимально близкие, поэтому вот мы видим, мальку очень нравится. Друзья, ну на этом я закончу короткий свой репортаж. Надеюсь, вам было приятно посмотреть на это видео. Никто пустых слов на ветер не бросает, все мы показываем, все рассказываем. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Буду очень благодарен им. Подписывайтесь на канал. И на этом до свидания. До новых встреч. Дорогие друзья, после того, как вы подписались, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы вовремя получать все обновления о моих новых выпусках.